Всем доброе утро! Утро! Мы собираемся на пляж. С самого утра? Ну как? Не, ну мы собираемся с самого утра, уже обед. Мы сейчас будем обедать. Ну, опять тут села. Опять там села. Она услышала, увидела, что мы снимаем влог. Все, надо сесть на свое коронное место и наблюдать. Наблюдать за всем происходящим, да? Нет. Так, что мы будем кушать? Обедать? Не знаю. То, чем мы вчера обедали? Ну да, нужно что-то доедать. Так, значит, нам нужно разогреть мясо. У нас есть картошка. У нас есть мясо. Видите, сколько мяса осталось? Я еще вчера кушал. И салатик. Давай с капустой. Давай. Все. Давай. Так, ребятки, мы уже едем в машине, сейчас заедем в Carrefour, да, мы заедем в супермаркет, чтобы купить вот эту вот сумку, да, она называется? Да, термосумка. Термосумку, чтобы туда убрать фрукты, хотим еще овощи. Салаты купить, соки. Вот, и сегодня мы поедем в Sitges. Там, конечно, нету скал, ничего такого особенного, но вообще это место красивое, мы там хотим погулять, и мы купим мне круг. Да. Ну или матрас, что-нибудь надувное. И будем с тобой плавать. Там очень мелкий пляж. Я когда первый раз туда попала, я поняла, что он очень похож на Азовское море. Кто был на Азовском море, там мелко, долго мелко. А потом, ну как бы идет глубоко. То в Sitges практически то же самое, да? То есть там мелко. Там классно с детьми купаться, и там много детей. И вообще сам такой поселочек очень красивый, так что мы поедем и вам обязательно все покажем и расскажем. Сегодня мы не едем к папе, ну у него сегодня день рождения, я не помню, просто говорила, я вчера вам не сказала. Я созвонилась с мамой, с папой, и они сказали, что чтобы мы приезжали не сегодня, не 10 числа, потому что они работают допоздна и как бы... Не будут отмечать. Да, не будут отмечать. Поэтому сказали приезжать в субботу. Так что мы завтра к ним едем в субботу. И завтра у меня папа очень любит плавать, нырять. У него и костюм был или есть. Ну, то, что он был, это точно. Остался он сейчас или нет, он пока вообще болеет всяким этим морскими, подводными такими плаваниями. Поэтому мы дадим ему камеру. И он поплывет. Да, он охотился раньше. Руками ловит осьминогов всяких. То есть такой он любитель. Так вот, мы ему дадим камеру, и он заснимет всю ту красоту, которая там на глубине. Не там, где мы плаваем. Там, где мы плаваем, там все такое. Не такое вот классное, как на глубине. Все, мы приехали. Не забудьте. А что нужно взять? Я взяла камеру и телефон. А? А, не забыла. Вот он у меня с собой. Все? Весь пенек забит. Забит? Ну да. Кто быстрее приехал, тот в тенечек и попал. Вот такую вот штуку мы хотим купить. Не знаю, вот такой. Или он есть именно как... Где потом, где нам хранить? Сумку сложил и убрал. А ты вот это имеешь в виду? Да. Или вот это? Ну, какой-то из этих. Ну давай сумку. Не, ну вот эти дорогие, не по 45 евро. 45 евро? Ну потому что здесь, видишь, стоит охлаждение от машины. Оно. Да. Ну это, наверное, прикольно. Ну это уж классная штука. А вот эти? Эти 12 евро. Как бы давай посмотрим вот эту. Еще взять вот такие сумки. Их намораживаешь, кладешь в сумку. В сумку на дно. Смотри, какой гель. Между. Какой гель. А у нас, кстати, дома в морозилке лежит типа такого, да? Геля. Да. А, ну надо его заморозить. Ой, взять. Ну только тот гель, я подозреваю, что он медицинский. Ну, когда у тебя ушиб, ты ударился, потому что он такой небольшой, он маленький. Ну, может тоже использовать. Ну да. Это такой, это 20 евро здесь стоит. Больше электрика, 20 евро. Может, ее тогда возьмем? О,
Там паучок бежит. Что, бьет. Думаешь, такую взять? Ну, смотри сам. Большая такая. А нету размера поменьше? Это не снимает. А если мы ее оставим на пляже, у нас ее не сопрут да, пока? Я думаю, блин. Зая, у нас разряжается батарея. Да? Угу. Все, ребята, увидимся на пляже уже с GoPro-шкой. Так, мы все купили. И теперь идем. А, Ваня думал, что здесь можно померить рост и узнать, сколько миньонов можно получится, да, из своего роста. Ладно, все, фигня. Обман, все обман. Все, идем в машину и поехали. Мы едем, и смотрите, какая красота. Море, горы. Там что-то строят. И такой мини-серпантин, да? Поехали по бесплатной дороге. По платке ты едешь через тоннели. Ту-ту-ту-ту-ту и быстро поехал. Мы поедем по бесплатной. Тут такая. Все горы объезжают, короче. Тут красиво. Да. Сейчас море будет. Камере не видно, смотрите, какая красота. Это у нас супер радио работает. Как красиво. Мы ехали, смотрите, вот здесь это фабрика цемента. И здесь напротив есть пляж, где можно купаться с собаками. То есть называется собачий пляж. Смотрите, и все туда приезжают, потому что на обычном пляже с собаками не разрешают приходить купаться с собачками. Определенное место, и вот они там все купаются. Да, смотри, сколько там собак. Вроде чисто. Все, мы приехали, взяли все вещи и идем на пляж. Блин, этот ветер вообще не в тему. Так, ну что, идем. Это здесь отели, и вот здесь пляж. Правда, здесь нету где откуда попрыгать. Здесь все очень мелко. Но ничего. Катаемся. Ой, ну здесь красиво как. Смотрите, какая здесь красота. Ага, как в Черном море, да? А? Как на Черном море. Да. Ничего себе, я даже не знал. Ага. Всякие рыбки, да? Да. Ой, пахнет безумно приятно морем. А вот там вот идут скалы. Слушай, куда пройдемся? Куда пройдемся? Ну, видишь, вон туда. Ну, видишь, там горы. А-а-а. Аж туда идти? Ну, так, раз, да? Ну, что делаем? Идем? Сюда идем или дальше? Или по дороге пойдем? Ты хочешь пойти именно в город? Может, пошли пройдемся туда, потом? Ну, давай. Laying in your bed, fighting ghosts in my head, wish that I could let you go. Remember all we had, how could we get this bad, where did we lose our glow? You live, you learn, when your heart is set to burn, fading away, until the light will return. Someone bring me back to the time when our hearts unite. Thank you.
что камера стала выделываться. Камера. Ой, карточка. Флешка, да. Хотя она новая. Да. Короче, не знаю, записался ли предыдущий кусок, повторимся. Поплавали мы на том пляже. Конечно, Ваня очень удивился, да и я тоже, то, что здесь есть... Да, есть камни. Да. И не песочек, как здесь, а там камешки. Вот, мы сейчас идем на другой пляж какой-нибудь, ну, из этих, как городских, которые банане здесь катаются. Есть. Да, вот там на банане катаются. Вот мне интересно, здесь я не видела, да, с парашютом никто не это. Но, возможно, просто никто не покупает. Возможно, у них есть парашют. Ой. Жарко. Мы очень хотим опять залезть в воду, потому что... Ну, ты куда идешь? Не знаю, куда нужно. Пойдем здесь покупаемся. Ни одного человека нет. Вон там кто есть какой-то? Ага, детей в основном. Да, ну пойдем. Не дети. Пляжи. Пойдем туда, там покупаемся. Смотрите, что мы взяли. Мы сейчас будем кушать. Так, мы купили салаты. И вот здесь идет бекон, сыр, сухарики и лук во фритюре. Но я без лука буду. Я мне тоже. Такой, Ване такой. Вы спрашивали, зачем три бутылки? Потому что в двух бутылках у нас находятся соки. Можно в трех было набрать. Да, а в одной мы клубнику положили. Еще мороженое положили. Да, сейчас я покажу. Мы купили в магазине такое классное мороженое. Смотрите. Ну, немножко, наверное, подтаяло. Да, чуть-чуть. Оно маленькое, там ложечка внутри есть. Мы взяли тирамису и взяли вот такое вот какое-то... Это с орехом, шоколадное с орешком. И взяли еще помидорчики черри, чтобы добавить в салат. И взяли инжирные персики, да? Так они называются? Да. Вот, ну, сплюснуты эти персики. Так что вот такой вот у нас будет сейчас обед. Что, по салатику? Угу. Ну, надо эти помыть, наверное, нет? Кого помыть? А, помидорки. А, черри, мы же их добавим в салат. Да, ты сходишь в душ, тут есть душ. Я схожу. Ну, ладно, давай. С пресной водой. Ну, пойдем вместе сходим. Thank you.
сели в машину и решили доехать до центра города. Смотрите, как тут классно. Что-что, а здесь очень красиво. Здесь обалденно. Не знаю, мне здесь нравится. Все так классно. Здесь дорога такая классная. Вот с пальмами, с всякими растениями. Плюс дорога обалденная, что можно на роликах кататься. Я вон Ване говорю, что можно ролики одевать. И вечером, когда уже попрохладнее, кататься вдоль набережной на роликах. Вообще сказка. О, смотрите, какой дом прикольный. Такой желтенький. Лепнина всякая. Какие там цветочки были красивые. Вот такая вот. Смоковка вообще есть? Даже не знаю. Вот церковь какая-то здесь стоит. Так, ну что тут у нас с парковкой? Нужно, наверное, выезжать туда, вовнутрь города. Не... На набережной. Здесь что-то. Здесь ничего нету. Что вот такая вот красота здесь. Все, мы с вами припарковали машину. И я хочу вам цветы показать классные. Смотрите, какая красота. Смотрите, какие они красивые. Вот как на островах похоже. И, кстати, я такие же видела там дальше, розовые. Я попросила Ваню, чтобы мы туда обязательно дошли. Я хочу эти цветы поближе посмотреть. Фонтанчик. Смотрите. Где фонтанчик? Там, о, нет, тут нет. Что-то продают. Люди тарятся. Люди тарятся, точно. Ого, тут прям аж как рынок, слушай. Чего здесь только нет. Здесь побольше людей. Да, здесь много людей. Ну, потому что это центр самый. Ну, да, мы там купались на шипе. Так же хорошо. Че, пройдемся, пойдем туда? Да? Да, пойдем туда. Ты понял, где у нас машина? Хорошо, пойдем. Тут такие пальмы классные. Прям так густо растут. Круто. Он Ваня говорит, там от резинки, чтобы прыгать. Говорит, ну что, пойдешь прыгать? Смотри, тебе Nike не нужны. Nike не нужны. 5 копеек. Конечно. Nike 5 копеек. Так. О, красота. Здесь фонтан, яркий липкий. Фонтан? Фонтана. Не знаю, где фонтан. Это меня разочаровывает сейчас. Все, мы дошли к этим цветочкам. Смотрите, они такие же, как те красные, только эти другого цвета. Какие они красивые. Смотрите, какая красота. Их здесь много. Нельзя туда поближе к ним подойти, потому что там висит знак, чтобы по газону не ходили. Так, а мы все идем с пятачком. Ваня у нас загорает, потому что безумно жарко на улице. Я уже, наверное, раз 10 намазалась кремом. Фух. Куда идем-то? Туда? Пойдем туда. Мы дошли до детского мини-гольфа. Смотри, так прикольно здесь. Давай. Ага. Классно, только тут никого почему-то нет. Ну, за человека. Я думаю, вечером они здесь будут, дети. Мы идем туда, вон, видите, есть лестница, которая поднимается к церкви. Я думаю, там вид будет очень красивый. Смотрите, вот стоит русалка. А, наверное, ей нужно потереть руку, и сбудутся мечты и желания. Да? Сразу тебе платочек подарить. Ага. Ой. Море. Так, прям в церковь подниматься не будем, потому что мы не так одеты, как нужно. А вот и сразу море. Сразу в скалу. Ага. Вот там, смотри, можно.
Посмотрите, здесь фоткают на старые фотики. Еще ого-го, когда такие были. Так, где Ваня? Классно, да? Красота, да. Ну, я думаю, здесь долго не походит. Да. Тебя здесь сразу здесь. Оп-оп-оп-оп-оп. И все. Да точно. Так. Тут такая вот красотень. Только мы еще пока не знаем, что это такое. Нигде вывески никакой нету. Заходим. Вон камера. Поэтому я говорю, здесь долго не попрыгаешь. Они на нас смотрят. Идем. Смотрите, в каких флакончиках раньше были духи. Всяких принцесс, королев. Какие рамочки для фото обалденные. О, какая красота. Вот там что, вот это вот, по 15 евро. От 15. От 15. Короче, такую красивую лавку нашли. Здесь столько... всего интересненького. Да, Зай? Ой, собачка и кошечка такие классные. Красота. Что там у нас? Следующий пляж? Да, но сейчас, я думаю, туда не пойдем. Не пойдем? Посмотрим, ну, выйдем. Угу. И вернемся, да? Так, котик, закрывай ветер. Мы остановились на смотровой площадке, и здесь настолько красиво. И мы решили здесь перекусить, покушать, так скажем, поужинать, предужин. Да, потому что нам еще ехать где-то 50 минут, поэтому да. Перекусим. Вот, а потом уже дома поужинаем нормально. Смотрите, как тут красиво. Море, скалы. Красота. Красота, да и ты. Красота, давай. Где наша еда? Доставай. Вкуснейший салат. Кстати, камера светится, что разряжается, а я до сих пор снимаю, ребят, до сих пор держится. Такой вот мы салат кушаем. Нью-Йорк называется. А нет, подожди, Нью-Йоркер. Да? Да. Нью-Йоркер. Нью-Йоркер. Так, открываем. У нас все холодненькое. Да, кстати, очень хорошо сумка держит холод. Не мусорим. Да, потому что тут столько мусора, это ужас какой-то. Так. Как мусор? Хрюшки. Свиньи, да. Люди, те, которые здесь вот наставляли мусора, ну те люди свиньи. Причем такие конкретные. Я ногами держу камеру. Ногами держу камеру. У нас в салат идет. Я уже показывала. Сейчас Ванечка. Опа. Классные эти салаты. Они, во-первых, вкусные, во-вторых, свежие. Их всегда в супермаркетах делают. Ну, каждый день их делают свежими. Давай, Зай, выливай туда соус. Нормальный такой соус. Да, соус, кстати, вкусный. Не знаю, что, мне кажется, там бальзамический уксус, масло и какие-то специи, приправы и, возможно, даже соевый соус. Такой очень. Такой сладенький, если кто-то на яхте плавает. Такой, даже это не яхта. Ну, типа лодочка. Да. Парусный. Хотя, может быть, это яхта. Короче, не важно, красота плавает. Да. Ладно, всем приятного может, аппетита, еще ребят. Лука насыпать? Не, я не хочу. Давай. Ну, давай, спать. Ну, один съели без, а другой... Хорошо, давай. Давай чуть-чуть. Ну да, чуть-чуть. Не если есть. Не понравится, то я все съем. Хорошо. Потому что испанцы очень любят этот лук жареный. У них худоги добавляют, салаты. Я даже половину. Все, всем приятного всем аппетита. Всем приятного аппетита. Мы уже едем в машине, смотрите, как красиво. Вот города все разные. Это один пляж, один из городов. Вот, а здесь вот паркуется. Уже не видно, кто тут паркуется. Ладно, мы едем по серпантину. Такая вот красота здесь. Сытые, довольные. Да, мы сытые, довольные.
наслаждаемся пейзажами и едем домой. Потому что сейчас вот эта вот красота вся закончится. Ой, да, сегодня так отдохнули хорошо вообще. Позгорали немного. Ну, загорели немножко. Нет, может, подсгорел? Но я старалась тебе мазать кремом. Вон, видно сейчас. Яхты. Яхты всякие. Ага, точно. Вот, смотрите, там. Чей-то дом. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.